счастливо. До свидания. До свидания. Данил, что параллельно будем идти задавать вопрос, как тебе про этот матч? Что случилось? Ну понятно, что главный тренер говорит, что оба тайма великолепно провели, но второй был очень крутой. Я бы сказал, что первый тайм по мне был симпатичный, но в первом тайме больше хотели через центр играть. И Динамо перестроилось и начали перехватывать, мы начали ошибаться в этих передачах в середину. Во втором там вышли, сделали поправки, начали играть через края, диагонально. И я считаю, добавили в агрессии впереди прострелы, подачи и какие-то моменты начали создавать. Уехал Али. У вас типичная русская команда стала, вас можно назвать русским атлетиком? Не знаю, вас спросить надо. Но можно назвать или нет? Как тебе ситуация, когда нет ни одного иностранца? Как ты на это смотришь? Нормально. Ребята молодые, местные, хорошо себя показывают, поэтому я не вижу разницы, когда была команда с иностранцами и сейчас с молодыми ребятами. Скажи, на что способен такой Ростов? Будем смотреть, если будем так же играть. Или мы перехвалим по первому матчу? Что-то мы так очень-очень много похвал. Давайте сыграем хотя бы игр 10 на плюс-минус одном уровне, и потом будем говорить о чем-то. Пока только одну игру сыграли, и еще нужно добавлять и добавлять. В самой игре, в реализации моментов в обороне будем корректировать и работать еще больше. Очень много молодых ребят. Прям самая, возможно, молодая команда чемпионата. И ты, возможно, самый молодой капитан. Как тебе в такой ситуации? Нормально. У нас есть много опытных ребят в команде, которые также помогают, общаются с молодежью, поддерживают их, какие-то советы дают. В команде атмосфера суперская, коллектив хороший, и чувствуется, что один кулак. Говорится, Олег Георгиевич очень сильно ругался в раздевалке. Ну, не ругался, но остался недоволен тем, что не выиграли эту игру, как и, в принципе, футболисты. Я правильно понимаю, что вы считаете, что упустили победу? Я думаю, да. Вот вы с «Динамо» играли год назад в первом туре. И совсем недавно играли с ними в прошлом чемпионате. Да. Большая разница? Первая игра в прошлом сезоне дома, когда 2-0 проиграли. Я доеду, играли. Да. Здесь 1-1, когда сыграли в том сезоне. Уже получше игра была. А в этом сезоне, эта игра, я считаю, что плюс-минус. Даже не знаю. Олег Ильич, как игру провели? Мы? По сравнению с позапрошлым сезоном, последнего с «Динамо». Да. Ну, когда вы начинали чемпионат? Прошлый. Когда начинали чемпионат, проиграли 0-2, по-моему, да? 0-2 и 1-1. Дома, да, первая игра была. Слушай, и я хочу спросить, постоянно тебе куда-то сватывают в какие-то команды, как тебе в такой ситуации играется? Тебе приятен такой интерес? Ну, я уже все ответил в интервью. Я футболист и капитан футбольного клуба «Ростов». И мне неинтересно, что там пишут. Если будет какая-то конкретика, я думаю, руководство клуба скажет мне об этом. И там уже все будет зависеть. Нет, смотри. Каким местом ты будешь удовлетворен? Надо максимальную задачу ставить в тройке. Спасибо, да.